Всем здорово! С вами Лёва. Здравствуй, игровой канал. Здравствуй, Дэндли. Здравствуй, Зета. Здравствуй, Русгеймс. Здравствуй, Рунич Геймс. Рада вас видеть сегодня. Сегодня будем продолжать играть в Resident Evil 4. Сегодня будем играть в дополнение. Сейчас настроюсь немножечко. Я так понимаю, это задание Анны. Или два пути. Два пути или задание Анны? Не уверена точно. Два пути, наверное. Наверное, два пути. Потому что игровой канал так удобней. Вот. Разные пути. Я согласилась на эту миссию только лишь для того, чтобы приблизиться к... Здравствуй, Квиклоу. Что бы ни случилось, я смогу этого добиться. Конечно, прятаться в тени не в моем стиле. Мне придется, ну, разные пути. И предложить совет. Здравствуй, Первый Московский. Хорошо, Квик, а ты как? Всем хорошего просмотра. Вот это муть. Это хорошо, Квик. Стоп. Я не помню, мы играли за нее или не играли. Первый раз. Прибыла в деревню вовремя. Это Вескер, наверное. Вот только дорожку не расстелили. Жители деревни полностью подконтрольны. Они автоматически нападают на всех пришельцев. Позвони в церковный колокол, это успокоит их ненадолго. Похоже, что это послушные мальчики и девочки. К сожалению, времени у нас нет. Собери как можно больше информации о паразитах и заканчивай свой тур. Здравствуй, Равшан. Звон колоколов. Так, мне нужно... Мне нужно зайти в церковь, а оттуда уже пройти по туннелям и по... Это ферма, наверное, какая-то. Ну да. Хорошо. Там сверху что-то есть. А как туда забраться? Можно как-то? Нет? Как это делается вообще? Да беги. Ой. Блокировал el paso. Ага. Больше ничего нету. Можно уходить.
Ой. Ну да, как раз им в руки удалось. Покида, дядя. Как она это делает? Как она это делает? Где ее гарпун вообще? Да, Квик, правильно понимаете. Здравствуй, Усаги. Здравствуй, Алексей Фунтиков. Здравствуй, Ами Мидзуна. Ладно, побежали. Боже, Жинку, як ты це робиш? А, о, ключик. Понятно. Ага, поняла. Вот этот домино. О, трава. Нехорошие звуки. О, о. О, заработало. Есть. Это женщина. Привет. Сохранюсь. Здравствуй, Мейбл Пайнс. Здравствуй, Павел. Да, Равшан. Прям сзади обязательно. По-моему, можно и спереди. Типа как опрокидывание чувачков. Так, а что у нее по деньгам? Ноль, наверное. Ага. Умертвила змею. А ты, я вижу, дядя, совсем не работаешь. У меня закрыто. Разве не видите, что синие факелы еще не зажжены? Но для меня интересы покупателя — закон. Продайте мне свое добро, тогда купите оружие. Не хватит. Это надо было, наверное, побегать по деревне, пособирать всякие блестяшечки. Здравствуй, hello, Apple. Ну, попробуем, Равшан. Капец, Павел. Лечитесь. Здоровья в вашей спине. Здравствуй, News TV. Пойдемте еще раз. А, ладно, все, она не хочет обратно идти. Тогда идем вперед. Травичку взять. Мне интересно, почему мы не начинаем с катсцены с здоровым дядькой. Там, где она ворвалась. Бля. Ой! Из них что-то выпадет?
Есть. Готово. Хорошо. Ой, надо же попробовать коленечку стрельнуть. Наконец-то! Так, там что-то блестит. Хочу блестяшку. Наконец-то! Хочу блестяшку. Сзади, да? Блять, не успела. Я не успеваю. А он сразу поднимается. Надо успевать. Они готовы. Они падают. Не попал. Ого. Она как-то по-особенному бьет. Не Леон, конечно. Ай. Попадаю я. О! Я думала, достаточно того будет, чтобы стрельнуть просто в колокол. Ну ладно. Да, за Леона прошли. Пошла. Ничего. Закрыто. На двери углубление, туда нужно что-то ставить. Короче, все повторяем то же самое, что и Леон, видимо. Может, сюда получится. Эх. Ю-май. Так. Z, M и V, да, по-моему, было. 3, 4, 4, 4, 4. Я не помню, как я сделала в прошлый раз. Получилось. Есть. Так, а как мне это теперь открыть? Мне нужно сюда что-то взамен положить, да, получается? Наверное, я зря шинель подала, может быть. Ладно, пусть это будет здесь тогда. Видимо, нужно пройти вперед и что-то взять другое. Здравствуй, Метубка. Понятно!
Не надо бросаться бомбами. Это нехорошо. Ай, не успела. Змеюка. О, наверное, вот эту штуку нужно туда положить. Так, ладно, берем, значит, вот это вот. Умрет? Нет, когда-нибудь. О. Теперь, думаю, можно возвращаться. Да. Бежим. В ритме музыки. Себя убил. Красавчик. Ну. Это интересно, конечно. То есть дополнение с Адой тоже появится в ремейке, получается. Такой меткий. Нет, наконец-то. Сию. Здравствуй, Денли. Еще разочек. Так, а где они еще? О. Там уж. Ретросипитасу. Где еще рычит? Я его слышу, но не вижу. Наверное, сверху. Это не открывается. Очень жаль. А, ой, здрасте. Thank you.
Подождите, стой, стой, остановись, остановись, остановись. Остановись, остановись. На. На, покушай. Есть, 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 есть. Есть, 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 есть. Хорошо. Яйку. Ничего. Очень жаль. Ну да. Там где зеленый эклер проходить прям. Крутенько было. После четвертого резидента надо будет просчитать. По-любому Хогвартс еще нужно допройти. И еще какую-то игру, не слишком долгую. Здравствуй, Адам. Ютубка, это не летсплей, это стримы именно. Летсплеи, конечно, они будут по часу, а так. Здравствуй, Дэнди Килл. Не знаю, мне нет времени делать летсплеи. Типа, постримить время есть, а вот записать, а потом смонтировать все это, наверное, нет. Если бы я не училась и не работала, то, наверное, я бы этому посвятила все свое время, а так нет. Я не помню, Ютубка, чем он мне не понравился. Может быть, понравился. Это не точно. Вот так. Так. Так, ну и вроде так. Здравствуй, сэр Некто. Здравствуй, Олд Лоркин. Сегодня мы будем... Сегодня у нас будет очень короткий стрим по сравнению со вчерашним. Сегодня будем до 5 вечера. Киев. Нет, не тупка. Которая это? Нет, Дэнди Килл, не проходила. Да и не особо хочется. Куда все подевались? Бинго? Парейто Вейс. Вот что мне удалось узнать. Азмут организовал культ под названием Лос Иллюминотос. Они воскресили какой-то паразитический организм, который они назвали Лас Плагас. Моей организации это известно. Почему я назвала его Лас Плагас? Деятельность культа Сатвора стоит изучить детальнее. Не, Good of War не проходила тоже. А вот Good of War, возможно, его прошла. Он, по-моему, там довольно-таки не короткий. Не короткая игра. А, Cuphead. Это мы получили после анализа образца ткани. Cuphead видела. В ткани содержался орган, который предположительно использовался... День нормально у Лоркин. Сидела на паре, отвечала, сходили в магазин. Теперь стримлю, потом буду делать уроки. Готовиться к паре завтрашней. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти теории. Это главное задание моей миссии и единственный способ доказать свою преданность организации.
Да, это очень интересная игра. Назад дороги нет. Вот что я знаю на данный момент. Секта Озмунда Садлера, известна под названием Лос Иллюминадос, они воскресили какой-то паразитический организм под названием Лас Плагас. Это то, что она читала, то, что она говорила. Да. Нет, Devil and Me тоже нет. Кстати, у меня есть вопрос к вам. Смотрели бы вы что-то помимо Резидента на этом каналчике? Или вы только из Резидентика? Мне просто интересно, масса людей, которые смотрят только Резидент. Пока он не добудет образец, мы не можем допустить его смерть. Можно было не напоминать. Луиса Ро. А я думала, я занимаюсь техподдержкой. Луи Сэро. Не, ну это понятно, Дэнди Килл, но просто интересно, интересны ли другие игры помимо Резидента. Просто есть люди, которые принципиально только из-за Резидента смотрят, а есть те, кто и не против посмотреть и другие игры. Бородатый денденька только сейчас будет. Ну, это хорошо, Дэнди Килл. Хорошо. Так, а у Леона курица так не вылетала. Ой, привет. Это печально, Адам. Он у нее, по-моему, кухонный. Только он с каким-то камнем, что ли? Я не вижу. И в инвентаре не посмотришь. Где они чела с бензопилой нашли на Леоне? У них там их что ли куча целая? Ну-ка, брошу-ка я ему вот эту вот генцию. Должно дома быть хорошо. Ouch.
Я промазала. Ну ладно, можно было и яйцо завязать, в принципе. Есть. Бам. Впереди. Стопочек. Отвертка с камнем. Это печально, думаю. Здравствуй, Нераги. Конечно. Лисну знаю. А, нет, Дэндикил. Ай, Райан Барбоса. Коконы? Нет, Дэндикил совершенно не жалко. Ну, кстати, Нераги, такое по Днепру очень часто происходит. Очень много жалоб на то, что персонал не знает украинского языка. Окей, сэр Некто. Окей. Окей. Days Gone. Это не Days обычный? Случайно. Бежимо. Ой, яке гніздо. Я його не бачу. Дякую. Нормально, Дэндикил. Last of Us, да. Кстати. А, нет, The Last of Us нет. Last of Us, он выйдет на ПК. Вот после Резидента, после ремейка. Поэтому в него тоже поиграем. Поскольку поездки нету, пока. Пока играем только то, что на ПК.
думаю, Воркин. Это только начало. Да, ремейк второго резика тоже был. Резика. Эй. Сюда вернулись. Ну, стараюсь, не раги, да, сама, но не всегда их делаю я. Последнее время, да, я делаю. На ремейк резидента, конечно, буду делать не я. Там нужна хорошая. Наверное, нет, Old Working. Нет, не смотрела. Ладно, Адам, удачки. Появится связь. Welcome. Блин, то надо глянуть. Я все время занимаюсь уроками. Вечно не смотрю игры. О, да. А какова цель моего прибытия здесь? Ага. 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 Ой. Агарренло! Я просто богато. Maybe я пропустила ящик. Я вижу еще что-то блестит. Там, наверное, патроны. Там патроны. Здесь патроны. Здесь там патроны. Даю. Ладно, патроны не так важны. Тем более, там они, по-моему, на пистолет. Красненькие лежат. Тут внёс? Нет? Вроде нету. Эй, в смысле? Бери давай, ты же денежки. Да, почему бы не замесить капкан? Яйка неплохо так хилит.
Ну да, ну да. Надо их оттуда выманить. Еще яйцо. Коровка. Здесь все вышли. Фуселдо. Фуселдо. Леону говорили Кахайло, а тут Сусайло. Давайте, давайте, за мною. Еще бочка стояла. Не успела. Хорошо. Так, ну если не сюда, то куда? То куда тогда? Здесь есть другой проход? Еще один. У нас ЗНО. Доску сломать. Попробуем с Орнектом Days Gone сыграть. Посмотрим. Я, по-моему, уже когда-то смотрела. Посмотрим. Метубка Ада еще, точнее, торговец еще не давал страйкер Леону на этот момент. А, тут есть еще один проход. Ага, все, поняла. Вон туда. А, ну да, Леон же не здесь.
Как вы эти гнезда замечаете? Не понимаю. Хорош. Бля. Ты чел. Ну ты и чел. Растяжек нету, зато пауки есть. Где-то еще идет. Вот еще вижу гнездечко. Вижу. Видимо, он не умер. Периодически, да, Дэнди Киллых, хотя бы не замечаешь, а зомбаков замечаешь. Хотя бы звуки издают. Здравствуй, Брэгу. Не думаю. Мне кажется, что чат-бот не любит маты. Не надо. Ну так метубка Леон там больше и платил, наверное. Ну или просто торговцу больше нравится Леон. Так, чё, обратно возвращаемся? Ё-моё. Вот эту аду носит, конечно. Тут еще где-то есть сохранение. Мне нужно сохраниться. Ты мне не помешаешь. Главное близко подойти. Тогда одного выстрела хватит. О, хорошо. Здравствуй, Николай. Да, Брэгу, конечно. Здравствуй, Юрий. Ой, паучка раздавила. Упс. О, нет, меня уже встречают.
бы так попасть. О. Есть. Вроде ничего не забыла. Пока. Я с вами не общаюсь. Ой. С него выпали деньжата. Ой. Спасибо за стримы. Спасибо, Дэндикил. И пожалуйста. Спасибо. Благодарю. О, неплохо, Брэгу. У меня оттуда одногруппница. Спасибо, Дэндикил. О, там еще что-то блестит. Чуть не пропустила. Наверное, метубка, они бы стали назгулами все-таки. Потому что орки, они как-то рождаются, типа. Это уже и исполченные эльфы. О, Леон, это ты, что ли? Классная курточка. Так, нужно дядю встретить, который продал бы мне нормальное оружие. Чуть-чуть получше этого. Так. Чем больше не светится? Можно идти. Наверное, в сторону, да? Да. Именно туда. Валика. Спасибо, что пришел, Дэндикил. Удачки. Возвращением из этого. Если нам станет неприятно на тебя смотреть, если продолжишь мозолить наши глаза, ты столкнешься с серьезными последствиями. Что? Одной крови? Thank you.
Как же он кринжово вылетает из окна. Но он девается после этого. Бежит за ней. Ее усыпили? Дядька усыпил? А, вот куда он делся, получается. Чего они с ней делают? Это странно. Они ее хотели убить. Да, почему бы это не сделать сразу? Просто принести на стол жертвоприношение и после этого только разрубить. После без этого никак. Совершенно. Совершенно никак. Это же невозможно. Это нелогично. Зачем убивать сразу человека, если можно подождать, пока она всех убьет? Здравствуй, Гуф. Приветствую на канале. Сегодня... А, это сегодня она вышла, да, в переводе? Юрий, вроде бы. Ну да, уборки, мне не понять. Эх, не понять. Да. Вроде бы все подобрано. О, началось. Началось. О, сохранение. А где дядя с зажженными огоньками? Мне интересно. Ну да, и вправду круче. Правда, не тупо. Работал за это? А. Четко. Да, Гуф. 24 марта. Да. Скоро будем играть. Так, нужно найти ключ от двери. Значит, нам нужно подниматься вверх, а не спускаться вниз. Welcome. Got a selection of good things. What are you selling? What are you selling? Is that all, stranger? Is that all? Thank you. Ah. Thank. Is that all? Thank. Is that all? Thank. Is that all, stranger? Is that all? Thank you.
Я не знаю, нужны эти камни куда-то или нет. Вообще нужны, наверное, на маску какую-нибудь. Только я маску не находила. Здравствуй, Макс. В смысле, сорняк-то? Почему обидно? What are you buying? Is... Так, вот это покупаем. Is... ТМПшку. Is that и винтовочку. А вот винтовку сразу нормальную дал. Хорошо, спасибо. Еще бы их прокачать, но это уже чуть позже. Так, и посмотреть на карту. Позади одно сокровище забыла. Два забыла. Так, ну я надеюсь. Вот, в конечной точке есть. Хорошо, бежим. Ключ я взяла. Значит, идем дальше. У меня такой же вопрос за это. Это странно. Ну да ладно. Пятьдесят девять. Красиво получилось. Блин, возможно, в предыдущих двух звездочках была маска. Или на что цеплять те бриллиантики. Так, здесь должно быть что-то. Красный кошачий глазик. Оно. Ой, трава. Конечно, буду гуф. Конечно. Ну да, за это прошли полную игру. Основную игру на прошлом стриме. Да прошли. Успела. Ладно, потом. Думаю, место еще освободится. Наверное, возьму ТНП. Теперь я не боюсь людей с бензопилами.
Лечит грузоподъемника. Здравствуй, Леха Радужный. Приветствую на канале. Что-то закапчили. Может и нет. Да. С возвращением, Адам. Конечно, стоит за это, если он есть. Почему нет? Ого, сырник, все семьей? Здравствуй, Наполеон. Это приятно. Это приятно. Здравствуй, Артём. Почему бы, собственно, и не набрать столько патронов? Это можно заюзать, это можно взять, это тоже можно взять и даже соединить. Вот так вот. Хорошо. Здесь вроде бы как все. Нет. Как хорошо, что оно все подсвечивается. Хрен бы увидела. Здрасте. Хорошо. Сохранится. Здравствуй, Александр Альпаков. Приветствую на канале. Half-Life? No. Вроде ничего не выпало. Готов. Так, тут все открыло. Теперь нужно запустить. Здравствуй, Нецвет. Приветствую на канале. Тут творится игра. Здравствуй, Деф Андроид. Приветствую на канале. Здравствуй, Сергей. Конечно, жду. Здравствуй, Флаффи Лайн. Привет, Макар. Дела хорошо, твои как? Платье у Ады, конечно, зачет, но ей реально удобно. Мне было бы неудобно в платье выполнять такие миссии жесткие.
если бы мне вообще пришлось это делать. Так, здесь нужен глазик, значит, нам не сюда. Куда нам? Так, не пропустить звездочку. Звучит как мазь звездочка. Сохранение не пропустить. Торговца можно, надо не пропустить. Сохранение где-то в домике. Я в домике, как говорится. Где же это? Здравствуй, игроман Сан. Мне 20. Вообще изи нет звет. Не, на каблуках изи. Вообще бегать особенно очень удобно. Удобнее, чем в кроссовках, наверное. А вот насчет платья не уверена. Свежо, конечно. Я расщу. Бежала. Вон оно как. И некуда класть. Печально. Я даже не знаю, чем можно пожертвовать. Да. Сейчас перезаряжусь. 21. Так, а как до сокровища-то добраться? Тю. Ну, там чуть выше. Нет, 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 не то. Еще раз. Не понимаю. Здравствуй, Александр. Ну, это сорняк-то пока он маленький, еще, наверное, будет очень сильно баловаться. Более мальчик. Девочки, они немного поспокойней.
Если мальчик реально. Хотя все котята беспокойные. А большая часть. Да, ремейк буду проходить. Да. А, получается, его нужно сбить как-то. Если оно в ведре. Попробую отойти подальше. Да. Что-нибудь видите? Я вижу огонек. Ведра не вижу. Нет, это не сокровище, это флешка. И огонь. Подождите, а может и сокровище вместе с флешкой смешалось? А-а-а! Я думала, это она просто флешку обронила. Ну, типа, оставила ее там. Бля, ну ладно. Окей. Неважно. Чему трудно за это? Чему трудно прочитать? Сэр, некто очень сильно отличается? Фильм от игры. Не знаю, Макс, возможно, пройдем и за один стрим. Может, и нет. Так, а их нельзя соединить? О! О, это другое дело. Все, это оставлю. Да. Нет, лежи здесь. Мне не влезает. Мне не соединиться. Жаль. Сейчас я все заберу. Сейчас все будет. Ага, не докинула. Понятно. Все понятно. Нельзя забраться повыше, нет?
Еще раз. О, четко. О, татыш. Хорош. Хорошо. 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 Супер. Это уже некуда. Главное, что есть куда совать денежки. Это самое главное, наверное. Хотя, вот это я сейчас... Сейчас я освобожу тут место. Смотрите, опа. Перезаряжаемся. Если можно было... А, да, нормально. Берем вот так травичку. Берем вот так вторую травичку. Пора уже покупать дипломат побольше. Что-то уже не влезает. Че вы пифите? О, неплохо дефа. Это круто. Еще и 12 лет дружить, чумить. Когда-нибудь, Митупка, пройдем Mirage's Edge. Нет, Зета, не будет 10-часового стрима. Не будет. Может быть, когда-нибудь в будущем, но не сегодня, не в ближайшее время точно. Блин, я думала, сэр, некто помоложе. Очуметь. Это и вправду круто. Я забыл кое-что. Вы идите вперед. Луис. Луис. Эй, сеньорита. Огоньку и сигаретки не найдется? Где образец? Ладно, прелюдию мы пропустили. Честно говоря, я на нее не рассчитывал. А как же любовь, крошка? Не смеши меня. Лучше поторопись. Хорошо, дамочка. А тебе какой интерес во всем этом? На кого ты работаешь? Есть вещи, о которых лучше не знать. Это одна из них. Ладно, намек понял. Да мне все равно, кто ты такая, если ты избавишься от старика. В оригинальной озвучке у нее голос поприятней. Такой прям тумный. Готово. Из всех людей, причастных к этому, Луиса Ро имеет меньше всего загадок. Он ни на кого не работает, предпочитает действовать в одиночку. Именно я рассказала организации о его важности. Я сделала это, потому что он мне нравится. Его энтузиазм меня подкупает. Мне очень сильно повезло, когда я перехватила его почту с просьбой о помощи. Что именно, Александр? Играем? Поэтому он послал сообщение своему старому другу из колледжа. Наверное, он... Ну, сэр, некто. Себя дедами называют и... ручки... 30-летние, так что тут понятие растяжимое. Превосходный ученый. Он собрал целую стопку информации и собрал ее воедино. Наверное, поэтому Сатлер нанял его. Жаль, что вынюхивание Саро вызвало подозрение. Когда я рассказала ему, кто я такая, он просто умолял меня взять его под свою опеку. Ему нужна защита. Он сказал, что ему нет дела до этого культа и Лас-Плагос. Я приказала ему принести мне главный образец Лас-Плагос. Образец для доказательства. У меня такое ощущение, как будто эта камера меня снимает. Похоже, что он один из немногих, кому Сатлер доверяет. Выследить его и добраться до образца будет нелегко. Однако сомневаюсь, что культ сильно будет переживать, если он сбежит. Придется просто, Александр, почему нет?
Подними руки, чтобы я их видела. Извини, но повиноваться женщинам не в моем стиле. Подними руки, живо. Не устану на это смотреть. Нужен совет. В следующий раз используй нож, он лучше подходит для ближнего боя. Леон. Давно не виделись. Эйда. Эйда. Значит, это правда? Правда? Насчет чего? Ты работаешь на Васкера? Я вижу, что ты выполнил домашнее задание. Почему, Эйда? А тебе какое дело? Почему ты здесь? Почему ты здесь появилась? До скорого. Эйда! У Луи получилось добыть образец. Он ждет в замке. Встреться с ним, Эйда. Поняла. И еще одно. Если встретишь Леона, сделай милость, выведи его из игры. Мы не можем позволить ему вмешиваться в наши планы. Он понятия не имеет, что происходит. Можешь о нем не беспокоиться. Он один из выживших из города Ракун. Нам не нужны проблемы. Уничтожь его. А, она не уничтожит. Леон. Потому что это любовь. Так, хорошо. О, здорово. А что это такое? Болты для арбалета? У меня будет арбалет, что ли? Подожди. Мне нужно купить дипломат, если мне хватит деньжат. Is that all, stranger? Верно, придется сначала сокровище поискать, а потом к нему вернуться. С дипломатом. О, кстати, оно тут есть. Супер. Anytime. Come back anytime. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не, никакое матано. И, блин, конечно, да. Блять, они меня чем-то стреляют еще. Надо бы подлечиться. Вообще-то. Ой-ой-ой, сейчас вылезет. Сейчас место и освободиться для всего. Ой-о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 й. Опа. Здравствуй, неадекват. Приветствую на канале. Может быть и так, Уборкин.
Да, ну ён. Да, конечно, издалека гениально в него стрелять. Это просто гениально. Да ё-моё. Как можно-то? Слюнявая штука. Это сокровище. Не, ну спасибо, конечно. Нет, это не оно. Хорошо. Очень хорошо. Ага, наверное, тут. Как туда добраться бы так? Она умерла. Понятно. Еще разочек. Боже, Александр. Какой Николай и почему нашел вход в Umbrella? По-моему, он немножко переиграл. Приятного чаепития, Зета. Здравствуй, Павел. Митупка. Иу. Так, окей. Начинаем наш увлекательный аттракцион. Ничего не освободилось. Ладно. Так, откуда он стреляет? Ага, вижу. Супер. Ну, давай попробуем. Так, еще идут. Нет, я вообще в России не была никогда. Почему? Почему за это? Почему не обновлять Windows? Пойдет, нет.
Здравствуй, Владимир. Придется это оставить здесь. Либо продать торговцу что-то. Сколько там было патронов? 50 где-то. Your selection of good things. What are you selling? Is that all? Thank you. Come back anytime. Вот так вот. Вот так вот. Хорошо. Так, и еще где-то должен быть сундук, где-то с той стороны. Наверное, нужно спрыгнуть. Кто-то бежит. По хедлу бежить. Отстань. Дядька в кустиках. Опа-па. А нет, есть куда. Так, сюда как забежать? А, не как. Ну и лабиринтус. Такие симпы. Спив. Где мои модераторы, а? Где мои модераторы? Модератор говорит, что все нормально. Пока. Ну это пока. И тут по что значит забашлять? Не расходитесь сильно в плане высказываний. Пожалуйста. Надеюсь, карапузик спалось хорошо. Так, а как наверх сюда забраться? Как же мне сюда забраться? Немножко патронов потратить. Ага. 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 Как сюда забраться?
Так, там есть подъем. По-моему, я 3 сундука нашла. Этого должно хватить. Надеюсь, больше нет. Хотя, наверное, лучше бы были. О! 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 Хорошо. Здравствуй, справедливый. Нет. Fortnite не для меня. Еще одна карта сокровищ. Я разве его не покупала, или это еще одно? Какой-то ты подозрительный тип, скажу я тебе. Так, это стрелы на арбалет, которого у меня пока нет. Поэтому... нужно копить. Я полагаю. Так, надеюсь, это правильно. Еще стрелы. Еще деньжата. Здравствуй, Максил. В смысле, после смерти появляется еще одна карта? Жесть. Здравствуй, хомяк. Я думаю, Артём, его можно купить, но не факт. Что, никто не стреляется? Стреляется, падла. Это получается...
А, все, я поняла. Я поняла, как это работает. Блин, я думала, что это просто вторая карта, типа одну купила и еще одну. Я поняла. Немного туплю. Ой, нет. Снова. Ах ты. Ладно. Я, кстати, звездочку не забрала. Где-то она позади меня. Где? Я прям смотрю. Ага, наверное, в шкафу. И видимости. Нет, не в шкафу. Где? Тю. Может, где-то сверху блестит, а я и не вижу. Да. Exactly. Духи. Ёй. Я думал, он уже накинется. Хе-хе. Не успел. Че, не будем играть шарады? Получается. Так, ну ладненько, идем дальше. Наверное, возьму ТМПшку. Это типа мы идем по следам Леона или как? Да. Наверное, нужно после того, как я побью мужичков, сохраниться, сходить. Потом по новой начинать.
Ага. Ого, какой кринжовый. Ёпта! Важно, главное, он мертв. Как я его умертвляла, это уже не важно. Так, а мне вообще туда нужно? Да, мне нужно туда. Если все равно умираешь на локации, то все начинается по новой. Я так понимаю. Может и нет. Может и нет. Может и нет. Ну, сохранишь на всякий. Так, ТМПшка. Ты вышел? А в какую сторону он пойдет? Ага. Сейчас мы его как жахнем. Блять, не видно. Хватит падать, хватит падать, хватит, хватит, хватит. Thank you.
Ладненько. Повернись, ну повернись, ну развернись, ну пожалуйста. Ну развернись, ну прошу тебя. Молю, умоляю. Неадекватный какой-то. Надеюсь, эта штука не будет плеваться через решетку. Очень хотелось бы, конечно. Аллилуйя. Ай, оно сейчас на меня прыгнет. Не попанешь. Все. Отлично. Там что-то еще и на дне было? Очумить. Что такое БК, хомяк? Уже 17. А у нас есть еще полчаса. Норм. Играем. Дверь закрыта. С чем я вообще сюда шла? Ничего не видели. Ничего не было. Он просто устал. А он потом не появится? Я его окончательно убила, что ли? А чё он так близко? А чё он такой слабкий? Ё-моё. Не понимаю. Можно его залутать? А если зайти и выйти? Выйти и зайти. Он пропал.
Торговец! Он умер. Чёрт! Ладненько. На всякий случай перезагружусь. Все нормально. И к тому же я так далеко стояла от него вообще-то. Ты реально какой-то хиленький. What are you selling? What are you buying? Арбалет. 7 штук. What are you selling? Ока. Thank you. Thank you. Come back anytime. Надо переназвать стрим. Я его назвала на русском. Рождение за Анду и все. Так, я хоть туда бегу. Понимаю. Может, в эти песочные часы можно как-то рубин пикнуть? Какой же сильный у нее гарпун. Так, я точно туда иду. По-моему, я не туда пришла. А может, туда? Нет, все правильно. Че, я круг обхожу, что ли? Зачем я это делаю? Просто, чтобы достать сокровище. Чей его, блин? Ну, ладно. Ну, да ладно. Ой, да ладно. Все равно на гранату. Неважно. Это неважно.
Так, куда нам нужно? Куда нам нужно? А, теперь вперед. Супер. Теперь сюда. А, теперь сюда нужно часики втыкнуть. А потом ли он эти часики возьмет? Здравствуй, Ардаш. Приветствую на канале. Ауч. Ауч. Быстренько, быстренько. А мы шли что-то там. Кряхтит. Ой-ой-ой, он сейчас умрет. Не надо. Я не хочу на это смотреть. Ну да. Ну да, мне тут. Теперь, когда у меня есть образец, да, хомяк, даже у Леона такого не было. Ни дипломата, ни сундучка, ничего. Мой парень Салазар. Оно позаботится о том, чтобы воздухе. Здравствуй, Игорь. Спасибо за подписончик и за лайкосик. Приветствую на канале. Благодарю. Меня нанял Сатлер. Он узнал, над чем я работал. Молчи. Это очень грустно. Это очень грустно. Очень грустно. Давайте это пропустим. Немножко заспидраним. Получается, что так, Митупка. Какие новости о нашем друге Леоне? Отвлекает нас от дела. Что с образцом? Образец у нас. Похоже, он пронюхал о наших планах. Просто супер. Не хочу, чтобы между нами было какое-то недопонимание, поэтому говорю прямо, я тебе не доверяю. И Васкару тоже, если ты начнешь умничать, я тебя убью. В таком случае, должна сказать, что за Васкером я присматриваю гораздо дольше. Поживем, увидим. Не сомневаюсь. Да-да, так насчет Леона. Все, что не делается, все к лучшему. Люди Сатлера в панике, так что жить ему осталось недолго. Как только он вернет Эшли, его работа будет окончена, и он больше не будет мешать. Нет, я поручил Леона Краузеру. Поторопись и добудь образец. Здравствуй, Вить. Наверное, ты забыл, Васкер. Ну, наверное, да, полудры. Не надо кошмарить никого. Пока что. Леон в опасности. Ага. Хорошо, хорошо. Welcome. Got a selection of good. What are you selling? Так, я ничего не находила, ничего покупать не собираюсь. Ох.
Ой-ой-ой. У меня там один патрон, а нет, 12. Нормально. Все нормально. Бежим. Бочоночек. Пропустил бочоночек. Так, а как туда забраться? Понятно. Я думала, там будет проход. Там не проход. Там просто бочки. Бабло. Нет, патроны. Ой, ну и ладно. Я хотела купить гарп, этот, господи, какие. Его туда достать, кошечку-то. А как? Я не поняла. Там, наверное, как-то можно обойти или что-то типа этого. Капец. Я обратно к ним спрыгнула. Понятно. Хилимся. Пофиг. Если честно, пофиг. Ай-яй-яй, да ну ё-моё, повернись, пожалуйста. Начинаем спидранить. Прям по-черному. Я не знаю, зачем мне вообще гарпун. Ой, точнее не гарпун, а арбалет. Он что ли классно дамажит? Или как? Странная штукенция на самом-то деле. Синий ключ нужен. Ищем синий ключ. Ага, вижу синий ключ. Для этого мне нужно будет побить армию чуваков. Печально. Чё это так много? Спасибо. Ага, мне даже подлечиться нечем. Класс. Блять, нет. Я успела. Там трава. Есть.
супер. Стрелы потом продам. Так, ну давайте, стреляйте. Бежим. Будем бабахать. Я думала, ее там разнесет. Где тут был гарпун? Тут что? О, нормально. Так, у меня выбрана винтовка, поэтому нужно понять, откуда они стреляют. Ага, вижу. Хорошо. Ага, теперь нужен красный ключ, понятно. Окей, я запомню это место. Здравствуй, Гост. Здравствуй, Хэдкраш. Здравствуй, Юля, Юля. Ой. Когда выпрыгивать? Когда выпрыгивать? Ага. Это женщина, конечно. Обожаю винтовку. Самое любимое оружие, блин. Противная штука. Какое же ты противное. Боже. Умри. Да ты умрешь, нет, а? Фу. Как же я его не люблю. Так, нужен красный ключ. Еще трава, супер. Видимо, у нас будет еще один стрим по резиденту. Потому что я не успеваю. Коленки простреляю вам. Спасибо. Ага, вижу ключ-карту.
прямо перед ее лицом. Почему бы и нет? Ай. Можно как-то на ту сторону, не знаю, перепрыгнуть, что ли? О, боже. Спасибо. Благодарю. Еще? Ой, не туда. Так, вроде все. Хорошо. Хорошо. Так, теперь нужно бежать обратно. Идем. Антон. Не сюда. Быстро. Я успела? Я не успела. Я успела. Наверное. Хуже на то. Да. О, дядя. То сохраняемся и продолжим, думаю, завтра. Вот. Сегодня время вышло. Сегодня будет очень короткий стрим, как и завтра. И вообще, в принципе, на этой неделе. Не, ну, может, завтра будет немножко длиннее, чем сегодня, но да. Вот. Так что на сегодня все. Я пошла учить. Ребятки. Спасибо, что пришли. Благодарю. Благодарю за компанию. Всем до свидания. Всем спасибо. До свидания, Адам. До свидания, Юля. До свидания, Витя. До свидания, Гуф. До свидания, Гост. Кто тут еще? Олдворкин, до свидания. Митупка, до свидания. Игорь, если здесь, до свидания. Не знаю, кто еще остался. Всем пока, кого не назвала. До свидания. До следующих стримов.